Позвольте представить Петра из Кудры команды «Торпеда», Дмитрий Сергеевич Юшкевич, тренер команды «Локомотив». Просто Дэйв попросил извиниться, у него сейчас состояние, что-то говорит, голова очень сильно болит, но не смогу. Так что в таком составе мы проведем нашу конференцию. Пожалуйста, Петр, вам слово. «Локомотив» с победой, хочу поздравить по игре. Ну, хороший боевитый матч, равная игра, я считаю. «Локомотив» здорово начал, конечно, мы, может быть, где-то немножко провалили начало матча, как-то робко вышли, противник забил, потом ребята играли неплохо, желание, качество игры немножко сегодня нас хромало, не хватало немножко остроты от наших нападающих, это, наверное, единственный такой момент, который немножко расстроил, потому что стиль игры сегодняшний, это, в принципе, тот хоккей, который мы, наверное, все увидим в плей-офф. И, наверное, слишком много нападающих сегодня у нас выбило. Не показал тот хоккей, который мы ждем от них, именно остроты от них. Это, наверное, единственный такой негативный фактор. Лично я могу по своей команде сказать. А так, хорошая атмосфера, сражались. Ребята сплотились, бились против очень хорошей команды. На выезде тяжело. Ребятам спасибо за игру, ничего страшного нет, что мы сегодня проиграли. Мы готовимся, идем дальше, готовимся к плей-офф. У нас очень два важных матча осталось, поэтому через такие игры это тоже хорошо, что это как подготовка к следующей игре идет. Поэтому как некоторые нюансы, может, мы сделаем что-то какие-то перемены в составе, но мы двигаемся вперед. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. Мы готовились, «Торпеда», мы понимали, что команда на ходу, готовились серьезным образом. Мы провели неплохую игру с ЦСКА и хотели на базе этой игры продолжить, в общем-то, готовиться к плей-оффу. Я считаю, нам это удалось, мы хорошо начали первый период, потом немножко отдали инициативу. Но в целом ребята сражались, боролись, третий период, в общем-то, провели на хорошем уровне. Спасибо. Ваши вопросы, пожалуйста. Да. Дмитрий Сергеевич, вам вопрос. Не первый матч уже по ходу последних игр. Команда проводит в 11 нападающих. Понятно, что это вынужденная мера в том числе, но не скажется ли это на ближайших поединках? Ну, у нас, наверное, сегодня нет выбора. Нападающие травмированы. Но могу сказать то, что они уже готовы. Может быть, на следующую игру вы их увидите. Еще вопрос, да? У меня вопрос к наставнику гостей. С голкипером сегодня не ошиблись в начале? Ну, после игры, знаете, так легко это рассуждать, но мы готовили Ваню к этой игре, мы последний отрезок стараемся идти в двух вратарей, готовить их обоих к плей-офф, они у нас, я считаю, одинакового уровня. Может быть, Ванька немножко где-то перегорел, или наоборот, может быть, Миша сегодня был здорово настроен, но Мишка сыграл отличный матч в Сочи, тяжелый матч, поэтому сегодня логично мы поставили Ваню, он здесь неплохо играет. Ну, наверное, где-то, может быть, чуть-чуть не пошло, удача, может, где-то немножко отвернулась от этих двух шайб. Поменяли, да, Мишка здорово сыграл, дал нам шанс вернуться в игру. После игры, знаете, тяжело сказать, ошиблись, не ошиблись. Это было запланировано, что Ваня сегодня играл, должен был начинать. Спасибо. Вопрос. Дмитрий Сергеевич, еще один вам вопрос. После вашего возвращения в Ярославль немножко по-другому заиграл Йонас Холос, стал больше бросать и забивать. Вы с ним персонально работаете над этим? Да нет, если честно, нет. Просто я Йонаса клюшки перед игрой все время трогаю. Может быть, поэтому. Даже одной тренируюсь. Да. Дмитрий Сергеевич, может, несколько банальный вопрос, но есть принципиальная разница выходить КВФ, Йокерит и Динамо, или это без разницы? Сейчас рано говорить. В первом раунде все команды очень сильные, вообще в плей-оффе все команды сильные, поэтому, наверное, разницы нет. Первый раунд он будет, наверное, жестокий, наверное, настоящая война, поэтому все команды будут биться. Последнее, пожалуйста. Последний вопрос. Сергей Белов у нас второй матч проводит на лавке. Игра с Северсталью во вторник. Есть ли шанс, что он все-таки сыграет? Мы рассматриваем такой вариант. Ну, всех с наступающим мужчин праздником. Петр, и с вам удачи. И, все. И нашей команде тоже пожелаем удачи. Всех с праздником. Спасибо. Спасибо.